До нашої студії завітала Каріна Миргородська, автор ідеї проєкту, про який ми зараз будемо говорити, та Олена Борисевич, фотограф. Вітаємо вас! Здравствуйте. Тож сьогодні презентуємо фотопроєкт, який буде стартувати вже 9 травня. Він буде присвячений героям Другої світової війни, присвячений особливій темі, темі вірності, темі кохання, темі справжніх почуттів. Хотілося б від вас дізнатися детальніше, як взагалі виникла ідея такого проєкту. Ну, вообще идея, не могу сказать, что вот идея возникла вот полной картинкой. Она возникла, ну, с такой несколько печальной историей. Это вот по радио я услышала, что в Америке умер Евтушенко. Мне тоже нравится очень творчество этого поэта. Считаю, что он внес очень большой вклад в литературу. А вот Евтушенко — это вот из тех поэтов, в принципе, того поколения Асадова. Асадов несколько старше его. Но вот почему-то мне вспомнился очень этот стих. Мне он очень нравится, хотя он был написан в 1967 году, позже гораздо, чем была Великая Отечественная война. И потом, знаете, я по улице шла и увидела вот бабушку. Мне так вот жалко этих людей, которые вот что-то продают, вот, и они вызывают вот такое чувство какое-то, и вот они чего-то ждут. И мне вот, я вот, глядя на эту бабушку, вот мне почему-то вспомнился этот стих. И сразу вот, ну, просто возникли вот несколько вот как фрагментов, вот война, ожидания, и вот пошло потом развитие сюжета. Пошло развитие сюжета, я начала просто интересоваться какими-то историями любви во время войны. Они тоже были людьми, молодыми, которые хотели любить. И началось развитие сюжета. Очень хотелось показать его не просто в каком-то хэппи-энде, а хотелось показать, вот, подчеркнуть этим стихом, что ожидание верности, ожидание сквозь годы, какой-то надежды. Хотілося б також дізнатися, це командна робота. Я розумію, що задіяно дуже багато людей для того, щоб організувати цей фотопроект. Да, ну в основному у нас наша група, то есть первому, к кому я обратилась к девочкам, которых я не сомневалась, что они первое и заинтересуют, того не согласятся, а третье они смогут это сделать. Это фотограф Лена Борисевич. У нас также есть еще наша прекрасная визажист и стилист по прическам. Это Оксана Данилюк, это наш визажист. Стилист по прическам — это Виктория Павломардинова, которые тоже с восторгом восприняли эту идею. Они попались каких-то трудностей, в том числе и большого количества людей, задействованных в эпизодах, которых тоже нужно, как говорится, привести в вид или того времени определенного, в которых они задействованы, плюс это сделать в максимально короткие сроки, тоже это свой фактор. Заинтересовало нас просто, не будем закрывать все, конечно, секреты по визажу, прическам, это как бы парафия девочек, немножко некомпетентно, но там будет перевоплощение меня, то есть я тут играю роль еще главной героини, скромно, перевоплощение меня в постепенно вот ожидающую, как бы, женщину, которая ожидает, ну, я думаю, это вы уже видите в результате. Ну, вот скажу, что в эпизодах, я не хочу говорить слово массовка, потому что массовка — это, ну, когда здесь на большое количество людей, и на них они идут как фоном. Размытым. У нас все-таки это участники эпизодических каких-то ролей, ну вот более 30 человек. Как бы, и очень неожиданно, что очень много молодежи откликнулось не только на какие-то такие более характерные для них образы, но и на роли тех же солдат, встречающих, матерей. Там, как бы, нам пишут и семьи, и с детьми предлагают, не боятся участвовать, с детками маленькими. То есть у нас участники есть 2,5 года и 5 лет, там самому старшему 6. Поэтому, конечно, очень приятно, что вот молодежь заинтересовала этот проект. Хотілося б тепер ще питання до вас, тому що реалізація самого проєкту, фотографії тепер лежить на ваших плечах. Як ви це уявляєте, як ви це бачите? І велика, дійсно, буде задіяно дуже велика кількість людей, фотопроєкт буде проходити крізь епохи. Як це буде відбуватись? Ой,
У нас Карина большая умничка, потому что она очень ответственно подошла к организации и вообще к этому всему мероприятию. И она настолько все продумала, расписала роли, эпизоды, расписано все-все-все до мелочей. И как бы моя роль очень маленькая на самом деле, просто отснять это все. Вот. В общем, это очень интересный проект. Когда Карина рассказала мне об этом проекте, естественно, у меня даже не было возможности думать. То есть выбор был уже сделан, и мне очень хочется сделать свою работу тоже максимально качественно и интересно. Фотопроект буде проходити крізь епохи. Хотілося б дізнатися основну лінію сюжетну, яка буде відбуватися, і чи є можливість ще у людей приєднатися до епізодів, до якихось епізодичних релей, щоб також долучитися до вашого проєкту? Ну, я как бы, в процесі написання сценарію проєкту, я хотіла, щоб двоє познайомились іменно во время війни. Вони, щоб не були знайомі до. Это как бы усиливает, ну, мало того, что драматический эффект, а во-вторых, настолько много таких историй любви, которые возникли во время действительно разрушений, которого постигла вот, нашу страну. То есть у нас главные герои – это она полевая медсестра, он солдат, он ранен на поле боя, то есть тогда вот происходит их первая встреча. Дальше она ухаживает за ним в госпитале, и вот там зарождаются чувства. Очень хорошо, что наши съемки припадают на начало весны, когда еще уже начинают цвести деревья и начинается вот первая зелень, но еще нет этого буйства. Вот оно подчеркнет вот это зарождение чувств. Потом все-таки, опираясь на жизненные события, конечно, они расстанутся. И опять-таки подчеркну, можно было бы сделать счастливую концовку, чтобы вернуться. Но настолько было много историй, когда он не возвращался, или не возвращалась она. И вот этот стих, который Асадова, который был выбран, он подчеркнет ее ожидание. Ожидание будет заключаться в чем? Что она будет не просто его ждать, то есть она застынет в том времени. Она не будет меняться, то есть у нее будет одинаковая одежда, у нее будет одна и та же прическа, у нее будет тот же букет, с которым она пришла его встречать, но так и не встретилась. У нас будут меняться времена. Как мы это, вот, как меняться времена, я хотела максимально уйти от перемены каких-то в политике. Мы взяли за основу перемену в стилях одежды. То есть у нас будут это четыре главные, так сказать, модные тенденции 20 века. У нас будут стиляги, хиппи, так сказать, рокеры, это 80-90-е, и уже будут наша современная молодежь. И уже потом у нас там будет маленький такой вот секретик, который мы наставим, умолчим. У нас будет финальная сцена, достаточно интересная, и которая даст понять, что любовь жива. Що ж, від вашої розповіді аж мурашки по шкірі, уявляєш дійсно і відчуваєш те кохання, ту вірність, яка буде прожита героями вашого фотопроєкту. А ось коли фініш самого проєкту, коли ви плануєте презентувати фотопроєкт миколаївським глядачам? Ми дуже хотіли б зробити вже готові фотоснімки, готову фотоісторію к 9 мая. Но тут, сказать, подводять несколько погодних умов, тому що, повторюсь, задійсно дуже багато людей, в том числе и массовка, и не хотелось бы как бы подводить людей в плане, у нас одежда подобрана по вот стилям, а она подобрана более такая летняя. Мы не ожидали, что в конце апреля наступит октябрь. Съемки планируются на следующей неделе. Но, опять-таки, мы будем стоять по погодным условиям и уже, как говорится, поджимать сроки. И очень надеемся, что к 9 мая мы получим готовые снимки.
тут. Хотіла би також дізнатися, де наші глядачі зможуть побачити вже готовий проєкт. Це буде якийсь друкований матеріал чи, можливо, в інтернет-мережі? Ну, в первую очередь, мы не думали пока о изданиях печатных. Это будет контакт, опять-таки, в ВКонтакте мы будем распространять. То есть все желающие смогут абсолютно безкоштовно насолодиться вашим фотопроектом? Да, конечно, конечно. Хотелось бы також дізнатися і почути від вас слова заохочення для ваших учасників, які вже приєдналися до вашого фотопроєкту, до людей, які, можливо, захочуть просто подивитися на вашу роботу, як будуть проходити зйомки. Ще трошки про ваш фотопроєкт. Ну, фотопроект будет проходить в несколько этапов. В основном это будут съемки на улице. Снимать мы будем в первое, это нам нужна парковая лесная местность, которая максимально удалит нас от городской суеты. Это, скорее всего, будет в районе Дубков, в районе Широкой Балки. Вот там мы заметили несколько интересных мест. Мы будем снимать также на вокзалах, опять-таки максимально стараюсь уйти от современности. Ну, не зря на нашем старом же вокзале снимали ликвидацию, мы немножко пойдем по их стопам. Я очень благодарна, конечно, всем, кто откликнулся за такое очень короткое время. То есть там уже более 1000 просмотров этого поста в интернете. Мы всего лишь разместили в группе, в паблике, вот еще модель в Николаеве, в ВКонтакте. Очень много заявок, очень много заинтересовавшихся. Я очень благодарна тем людям, которые заинтересовался, которые не побоялся там, предложить и своих детей для съемки. Как бы это очень интересно и создает живость картинки. Когда не просто молодежь встречает друг друга, а когда встречают разные поколения. По задействованным участникам, конечно, нужно проделать очень много работы. Есть свои сложности, конечно. Сложности, во-первых, в поиске локаций, в плане тех же старых вагонов поездов, которые, ну, мы, к сожалению, не Мосфильм и не Довженко, но очень хочется максимальной аутентичности с тем временем. Поэтому я тут уже общаюсь и с рокерами, и вот там представителями хиппи списалась, чтобы очень хочется показать именно максимально, как это было тогда в жизни. Но очень надеюсь, что наш проект заинтересует и николаевцев, и, возможно, будет не последний, кто знает. Дякуємо вам. Хотілося б наостанок, дівчата, виторкнулися такої дійсно тонкої рані, такої теми, як кохання, як вірність. Що для вас кохання, для кожної з вас? Ой. Ну, наверное, да, в первую очередь, это верность, это ожидание, наверное, своего человека и понимание, что это именно тот человек, который ты готова ждать. Ждать, несмотря ни на что, никакие жизненные преграды, препятствия, ждать верно. А для вас? Для меня это тоже верность, это абсолютная взаимопонимание, поддержка. Я уже встретила свою любовь. И для меня любовь — это когда действительно сквозь время и года ты сохраняешь это чувство, ты его холишь, лелеешь, ты его поддерживаешь как очаг, вот, и стараешься сделать его больше, потому что он как цветок, он расцветает, раскрывается и дает свои плоды. Вот. И хочется, чтобы люди, которые придут на проект, чтобы они пришли не просто для участия в какой-то съемке, да, чтобы получить какие-то красивые фотографии. Хочется, чтобы они тоже прониклись идеей, чувством, чтобы это было у них в сердце. И тогда у нас получится это хорошо вместе. Дякую вам.